В этом году увидеть реконструкцию военного парада 1941 года можно было лишь по архивам прошлых лет. Однако именно дистанционка сплотила сегодня сразу несколько городов. Самара подключилась к телемосту с историками из Москвы и Воронежа. В этих городах также 7 ноября 41-го прошли парады. Присоединились и коллеги из Волгограда, Курска, Ахтубинска и Ярославля. Здравствуйте. Нас слышно? Это педагоги, это музейные сотрудники, это школьные музеи, это музей пединститута Воронежа. В основном это вот формат такой народной дипломатии. Мы впервые принимаем участие в этом телемосту. Я надеюсь, что это вот мероприятие станет в дальнейшем ежегодным и поможет нам больше что-то узнать о истории 41-го года. Ровно 80 лет назад защитники страны шли на парад, зная, что дорога с площади Куйбышева лежит прямо на фронт. И значение этого шествия было колоссально. И этот парад как раз показал решимость нашего народа победить. Там в параде участвовал японский атташе. И когда он увидел состояние нашей армии 7 ноября, да, в городе Куйбышево, да, то в том числе... Благодаря этому, японцы не напали на нас в 1941 году, хотя, в общем-то, планы такие были. Вспомнить общеизвестные факты и узнать, как отмечают этот день в других городах России. Встреча с коллегами и активистами отныне станет традицией, уверены самарские историки. Ведь ради победы в Великой Отечественной войне работала вся страна. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.